Россия может потерять четверть мигрантов из-за ужесточения законодательства, считают правозащитники. Одно из правил, вступивших в силу с 10 января этого года, гласит, что иностранцы, нелегально находящиеся на территории России более 9 месяцев, могут стать невыездными на срок до 10 лет. Новшество коснутся и трудовой деятельности этой социальной группы. Тему продолжит Юлия Шишкина. С этого года вступил в силу новый порядок привлечения иностранцев к трудовой деятельности на территории России. Иностранных мигрантов обязали покупать специальный патент на работу. Об этом говорили сотрудники Управления Федеральной миграционной службы на пресс-конференции, посвященной изменениям миграционной политики. Патент трудовым мигрантам будут выдавать на месяц с возможным продлением до года. В Москве такой патент обойдется в 4000 рублей. В Саратовской области эта цифра 3136 рублей 80 копеек. По информации регионального ФМС, сегодня с целью работать в Саратовскую область въехало 279 иностранцев. Вместе с патентом на работу они должны сдать тест на знание русского языка и пройти медицинское обследование. Школы и больницы уже определены. Если иностранец не оформит разрешение на работу в течение 30 дней, он должен будет заплатить штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Раньше работодатель уплачивал налог 30%. Но если он зарплату иностранного гражданина была 10 тысяч рублей, то это 3 тысячи работодатель за него каждый месяц перечислял налог. Понимаете? На доход. Вот, примерно эта же сумма, она, так сказать, заложена и в патенте. Реально. Поэтому я думаю, что для работодателей, особенно для добросовестных работодателей, ничего не изменилось.